Ну, шикарнейший композитор. Она за разом, когда у меня юбилей был, вы знаете, вот села за фортепиано и за раз написала три песни. По-моему, талантливые такие только могут написать, правда, Сергей? Вы не знаете. У вас талантливые песни, у человека есть тоже, да? Так, что ищем, Светлана? Я сейчас пою, просто хочется реабилитироваться. Так, вы знаете, вы, наверное, тоже... Свет, я скажу, очень много слов. Каждый прожил свою достаточную жизнь, да? На самом деле, каждый по-своему талантлив. Я думаю, что Бог всех одарил талантами. Мы молодые, просто учимся у вас. Вы наше поколение, да, которые дали нам эту силу. Да? Правда ведь? Наши родители, наши деды, наши бабушки. Если бы не вы, не было нового поколения. Вам низкий огромный поклон. Счастья вам, удачи. Я не знаю, у меня сегодня такой день, да, наверное, мне кажется, счастливый. Потому что я даже до слез прямо сейчас. Я рада, что я сегодня здесь. Спасибо вам, что пригласили. Вот такие концерты нам нужны. И пусть они называются от всей души. Правда? И в жизни было всякое у вас. И трудности, и радости, и счастье, и горе, и беды. Они никогда не проходят нашу человеческую жизнь. И мы тоже молодые, тоже проходим через это. Потому что жизнь одна, мы должны испытать все. И эти испытания у нас прошли не напрасно. Пусть нас жизнь, в конце концов, меня тоже, наверное, в старости, где она найдет, я еще не знаю. Но я, если буду в таком же заведении, как ваше, я буду счастлива. Потому что здесь коллектив. Здесь друг друга вы поддерживаете. Правда? Потому что вы друг за друга болеете. Потому что вот где и как здесь быть счастливым? Пусть, да, я говорю, немного родные, мы забываем о своих близких. У меня мама тоже живет за 3 километров, я иногда тоже редко езжу. Сейчас я себе опять говорю, надо чаще посещать родителей. Так что они, вы тоже, как родители нам, дорогие наши, мы вас очень любим, ценим, вы наши близкие. Я думаю, что наши концерты, это концерт, не последний. Да, мы приедем к вам, почаще нас приглашайте, привезем хорошие концерты и будем радовать вас своими песнями. И пусть вам всегда везет в любви. Пусть вам повезет любить.
детям. Любовь, она оздоравливает и помогает жить. Это я вообще сегодня почувствовала очень, очень сильно. Но я почувствовала, знаете еще что? Душевную теплоту от вас. Вот сердце прям, вот, понимаете, душа плачет и радуется вот вместе с вами. Вот смотрите. Вы тут... улыбнитесь, мужчины, я все на вас вот. Сразу мне стало легче. Светлана вот тут сидит, я так понимаю. Ветеран войны. Да. Сейчас война один медицин у нас в интернете. Да? Это, знаете, это как первая медаль, ордена прямо так и блестят. И хочет познакомиться, да? Давайте мы с вами познакомимся. Да, у меня как будто... Марла Леонида? Марла? Кудрина. Кудрина даже. Люнда Кузе. Как зовут? Как зовут? Леонид Матвеевич. Леонид Матвеевич. Вы поняли, да, у вас столько орденов, столько медалей. 93 года вам. О, вообще, браво, браво. Видите, столько. На столетие позовите нас. Ой, мы бесплатно будем работать. Прям банки застроим. Дай Бог, чтобы все у вас было хорошо. У вас, по-моему, самый старожилый, как? Да? Нет, еще есть. А есть еще старше, да, вот за 90 еще тоже есть. Вот мы будем чаще приезжать и со всеми знакомиться. Вот на юбилей приглашайте. У кого юбилей, да, мы обязательно вас поздравим. Вот на самом деле, да, уже будем сотрудничать. Правда? Я это, как говорится, прямо от души. И на самом деле ветерану хочется пожелать нашему единственному здесь представителям такой страшной войны, но при этом браво. И я говорю, вот тот человек еще, который нас снимает, Феликс. Вы знаете, а как отчество, никто не знает. Вы знаете, он у нас еще молодой, так что зовут его просто Феликс. Вот я еще раз хочу поблагодарить нашего ветерана и пожелать ему только счастья и здоровья. Спасибо вам и низкий поклон за вашу победу. Тарандай!
стиле Мура Таланда. Таланда, Пиал, Дюеш. Для вас будет это счастье навсегда. Так, я Лариса.